Я вчера, в общем-то, принял решение о назначении вас на секретаря Совета Безопасности, государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое, не значит, что завтра война, и нам с кем-то придется воевать, ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности, скажем так. Что касается Андрея Алексеевича, ну, понятно, что госсекретариат – это орган, который помогает президенту работать с силовым блоком. Хорошо, что у нас еще и глава администрации, человек очень близкий к этим вопросам, разбирается и понимает. Думаю, что мне немножко полегче будет в этом плане. Но, тем не менее, госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями и большой у него диапазон самостоятельности. Поэтому это очень важная сфера. Ну, естественно, из всего силового блока важнейшее место занимает армия. Все вы трое люди подготовленные, преданные белорусы, любящие Беларусь и люди, которые не мыслят вообще своей жизни без этого куска земли. Думаю, у нас общие цели, общие задачи перед нами стоят, и мы должны будем их решать.